Дорогие друзья, начинаем 19-й выпуск программы «Дом культуры». Двадцать второго марта 1599 года в Антверпене родился Антонис ван Дейк, знаменитый фламандский художник, гравер, рисовальщик, мастер нового типа придворного портрета. Уточню, что фламандцы – это такой народ, которые вместе с голландцами проживали на территории Нидерландов, имели свой язык, свое искусство, которое отличить от голландского весьма сложно. Отцом Антониса был богатый торговец тканями Франц ван Дейк. Он души не чаял в своем сыне, и когда обнаружил, что у мальчика способности к рисованию, не стал принуждать его к продолжению торговой династии, а отдал в обучение к известному голландскому художнику Хенрику ван Балену, специалисту по мифологическим сюжетам. С таким энтузиазмом юноша принялся за обучение, что очень быстро овладевал премудростями живописи. И в 16 лет он получил от отца в подарок собственную мастерскую. В это же время он пишет свой первый автопортрет, который отличается изяществом и выразительностью. Ван Дейк был перфекционистом, и повышать уровень своего мастерства было у него навязчивой идеей. Поэтому, уже имея собственную студию, он поступает в ученики к прославленному фламандскому живописцу Питеру Паулю Рубенсу. Вскоре становится его любимейшим учеником, о чем Рубенс сам во всеуслышание не раз заявлял. Но через 2 года, решив, что все взял от Рубенса, ван Дейк покидает Фландрию и отправляется в Италию, на родину прославленных мастеров Возрождения. Он копирует их полотна, в том числе своего любимейшего живописца Тициана, и поступает в ученики к прославленной итальянской художнице Сафонисби Аквисоли, единственной в своем роде женщине-художнице эпохи Возрождения. Вот ее работы. Обратите внимание на портрет красивых детей, который будет иметь свое продолжение в творчестве ван Дейка. Когда ван Дейк пришел к Сафонисбе, ей было уже за 80. Но она продолжала писать, имела учеников, обладала ясным умом и строгими принципами. Антонис взял от нее многое и написал замечательный портрет этой мудрой женщины. После Италии виртуозным мастером ван Дейк возвращается в Нидерланды. Но он не может стать здесь первым, поскольку здесь царит непререкаемый авторитет Питер Пауль Рубенс. А ван Дейк очень амбициозен. И очень кстати поступает предложение от английского короля Карла IX стать придворным художником. Не раздумывая, ван Дейк отправляется в Лондон. Вскоре после приезда ко двору ван Дейк должен был писать первый портрет королевы Генриетты Марии. Она была некрасивой женщиной, и художник облагородил ее черты, сделав более привлекательными. Улучшил он и руки королевы. Когда портрет был готов, Генриетта взглянула на него и сказала: «Почему вы с таким сходством изобразили мое лицо, а руки сделали более красивыми?» На это художник ответил: «Я реалист и изобразил ваше лицо таким, каким оно есть на самом деле. Что касается рук, то я надеюсь получить из них вознаграждение, поэтому позволил их немножко приукрасить». После этого он стал любимцем королевской четы и много раз писал их портреты. Вскоре ван Дейк становится самой знаменитой фигурой Лондона. Красив, богат, талантлив, самый востребованный портретист, покоритель женских сердец, чемпион по количеству любовниц. При этом он никогда не был праздным. С детства он приучил себя жить и работать по строгому плану, который все время составлял для своей жизни и деятельности. Ван Дейк не расставался с часами,
которые своим боем показывали ему: нужно закончить работу над одним портретом и перейти к другому. И никто из высокопоставленных заказчиков не возмущался. Таким уважением была окружена работа художника. А работал он очень быстро и очень качественно. Он сумел польстить всем аристократическим семьям Европы и коронованным дворам. Он делал их идеализированные портреты в благородных позах, в изысканных костюмах, с идеально подобранной цветовой гаммой. Помимо портретов взрослых людей, Ван Дейк пишет и детские портреты, что заставляет вспомнить о детских портретах софонизмы. Детские портреты Ван Дейка – это особая прекрасная область его творчества. Юные титулованные особы, в которых соединяется детская непосредственность с ощущением собственной привилегированности, полны очарования и загадки. Невольно напрашивается мысль, какие спесивые и эгоистичные монстры вырастут из этих милых созданий. Бурная и напряженная жизнь художника, в которой он хотел все успеть и объять необъятное, оказалась непосильной для его здоровья и организма. Всего через 9 лет после прибытия в Лондон Ван Дейк скоропостижно скончался в возрасте 42 лет. Но сколько он успел сделать за эти 9 лет? «25 марта 1867 года в итальянском городе Парма родился Артуро Тосканини, выдающийся итальянский и американский дирижер. Тосканини был сыном портного. Он учился в консерватории по классу виолончели. И в студенческие годы организовал из своих соучеников оркестр, которым руководил. После окончания консерватории был принят в передвижную труппу оперного театра помощником дирижера. Ему было 17 лет, когда во время гастролей в Рио-де-Жанейро перед самым спектаклем «Аида» возник непримиримый конфликт между дирижером и дирекцией театра. Дирижер вспылил и покинул театр перед спектаклем, при этом захватил с собой партитуру «Аиды», обрекая театр на неизбежный провал. Это была катастрофа. И Тосканини, спасая ситуацию, встал за пульт и на память придирижировал всей оперы, которую знал наизусть. Это удивительный факт стал началом его блестящей карьеры. Должен сказать, что ни в одной видеозаписи, которую я видел с Тосканини, он нигде не пользуется партитурой. Все дирижирует по памяти, наизусть. Даже самые длительные симфонии разных композиторов разных стран. Это значит, что музыкальный материал изучен им с такой доскональностью, что он не только знает каждую ноту у каждого инструмента, но и каждый нюанс. А если прибавить к этому оригинальный взгляд на любое самое известное хрестоматийное произведение и бешеный темперамент, это и будет портрет гениального маэстро-дирижера Артура Тосканини. Приношу извинения за плохое качество архивных кадров, но лучшего варианта найти не удалось. И потом здесь главное – музыка. Ни у кого я не слышал девятую Бетховена в таком бешеном темпе, какой задал Тосканини своему оркестру. Это и одному-то музыканту сыграть непросто, а тут весь оркестр справляется с этим блистательно, и Бетховен звучит по-новому, свежо. Впрочем, у Тосканини все звучит свежо и по-новому. Хотя сам он не раз менял собственные трактовки музыкальных произведений. В связи с этим произошел один забавный случай, который мы экранизировали для нашей телевизионной программы «От форте до пьяно». Предлагаю его вашему вниманию. Однажды Тосканини возвращался из гастрольной поездки на океанском пароходе. Он вышел на палубу, по радио передавали симфоническую музыку. Что это? Это Бетховен?
Да кто же дирижирует Бетховеном в таком темпе? Кошмар! Да это издевательство над великим композитором! Это же Болька! Под это же можно только скакать! Прыг-скок, 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 тра-та-та, тра-та-та, вышла кошка за кота! Нет, не желаю вам, господа, быть под началом такого дирижера. Так, господа, сейчас мы узнаем, кто же был этот идиот. Мы передавали увертюру к опере Бетховена «Фиделио» в исполнении Лондонского симфонического оркестра под управлением Артура Тосканини. Тосканини дважды в течение жизни возглавлял Миланский театр «Ла Скала», будучи его художественным руководителем и главным дирижером. Впервые это произошло в 1891 году и длилось 17 лет. Театр стал лучшим оперным театром мира. Но в 1908 году Тосканини поругался с дирекцией театра и покинул Италию и уехал в Соединенные Штаты, возглавив театр «Метрополитен Опера». В течение 7 лет он был художественным руководителем и главным дирижером этого театра, но в 1915 году поругался с тамошним начальством и вернулся в Италию, вновь возглавив «Ла Скала». А в это время в Италии к власти пришли фашисты во главе с Бенито Муссолини. Муссолини любил музыку, преклонялся перед Тосканини и говорил: «Тосканини – это величайший дирижер мира, но самая отвратительная личность». Все дело в том, что Тосканини с презрением относился к Муссолини и к фашистам и во всеуслышание об этом говорил. Но самое главное, он наотрез отказался исполнять фашистский гимн на праздничных представлениях в театре, когда там присутствовала вся фашистская верхушка. За это его вышибли из театра и из Италии. Он вернулся в Соединенные Штаты и возглавил Нью-Йоркский симфонический оркестр, сделав его в скорости лучшим коллективом Америки. Когда Тосканини приходилось ненадолго возвращаться в Италию, чтобы навестить родственников, он вел себя там крайне независимо и позволял в публичных местах говорить все, что думает о Муссолини, о фашистах, чем приводил в ужас окружающих, которым за это грозила неминуемая расправа. Но Тосканини был такой знаменитой личностью и такой бесстрашный человек, что фашисты вынуждены были терпеть его выходки. Тосканини ненавидел антисемитизм и терпеть не мог антисемитов, считая их недолюдьми. Он категорически отказался ехать в Германию на фестивале, посвященный Вагнеру, несмотря на личную просьбу Гитлера, который прислал ему специальное приглашение. Зато без колебаний согласился ехать в Палестину дирижировать еврейским оркестром, только что собранным из музыкантов, изгнанных из фашистской Германии. «Ну, это прекрасная возможность создать идеальный оркестр, состоящий из одних виртуозов», – воскликнул Тосканини. И он был инициатором создания Израильского симфонического оркестра, который сегодня считается одним из лучших симфонических оркестров мира. Кстати, зятем Тосканини, женившимся на его дочери, был знаменитый американский пианист Владимир Горовиц, еврей по национальности. Тосканини был натурой необузданной и сумасбродной, и все это на почве бескомпромиссной любви к музыке, которая была для него богом. Услышав неверную ноту, он приходил в бешенство и превращался в натурального сумасшедшего. Вот аудиозапись одной из таких вспышек во время репетиции. Во время такого выступа Тосканини обычно ломал все, что попадалось под руку. Дирижерскую палочку, карандаш, очки. Однажды выхватил из кармана дорогущие часы, грохнул их об пол и раздавил каблуком. Вскоре после этого, после этой выходки, музыканты, которые любили своего маэстро, несмотря на его бешенство, собрали деньги и подарили ему двое более дешевых часов. Тосканини с благосклонностью принял подарок, а потом эти часы пошли по назначению. Он их грохнул об пол и раздавил каблуком, как и предыдущие. Когда Тосканини спросили, почему в его оркестре нет ни одной женщины, кажется, это были журналисты во время интервью. «Ну, потому что они мешают», — сказал Тосканини.
Чем? Кому они мешают? Если они красивы, мешают музыкантам, а если безобразны, то еще больше мешают мне. Вот какой это был удивительный, необузданный, гениальный человек. Знакомя зрителей программы «От форта до пьяна» с искусством знаменитых дирижеров симфонических оркестров, мы рассказывали о забавных случаях поведения этих музыкантов, которые все как один были большими оригиналами. Предлагаю этот набор вашему вниманию. Композитор и дирижер Мербер проводил репетицию своей оперы «Пророк». В одном месте музыкант должен был ударить по большому барабану. Он так и сделал. Но Мербер остановил оркестр. Что вы играете? Попрошу вас это место сыграть пиано. Пожалуйста, еще раз. И... Это место играется пианиссимо. Хорошо. Еще раз. И... Нет, не то. Могу вас попросить сыграть так тихо, как только вы можете. Хорошо. Сейчас я вам вообще ни хрена не сыграю. Пожалуйста. И... О, замечательно. Давайте сыграем еще раз, но только еще чуточку тише. Пожалуйста. Как-то во время репетиции «Аиды» дирижер Ганс фон Бюлов остановил оркестр и обратился к солисту-трубачу. «Сыграйте мне это место форте. Прошу». Музыкант сыграл громче, но дирижер снова был недоволен. «Я попросил вас сыграть это форте. Еще раз со второй цифры, пожалуйста». Музыкант сыграл еще громче. «Форте!» — не унимался дирижер. Музыкант стал дуть изо всех сил. «Форте! Форте!» — требовал фон Бюлов. «Да черт возьми, сыграете у меня форте или нет когда-нибудь?» «Что с вами, милейший?» «Маэстро, громче я уже не могу». «Но это, милейший, вовсе и не нужно. Ведь в нотах написано «форте». А вы играете «фортиссимо». Не надо». Но музыкант уже не слышал. Душа его улетела в лучший мир. Композитор Рихард Штраус приехал с оркестром на знаменитый курорт Карлсбаден, где лечились желудочные больные. Здесь он встретил своего знакомого полковника артиллерии. «Хочу вас предупредить, чтобы вы не очень увлекались минеральной водой. Она действует как хорошее слабительное», — сказал полковник. «Другое дело, если у вас хронические запоры». «Нет-нет, у меня с этим все в порядке», — сказал Рихард Штраус. «Ну тогда отдыхайте, на концерте увидимся». И они расстались до вечера. Вечером концертный зал Карлсбадена был переполнен. Рихард Штраус дирижировал большой симфонической программой. На закуску он решил исполнить свою пьесу-шутку для оркестра. Шутка заключалась в том, что оркестранты во время исполнения по очереди покидали эстраду, оставив на ней, в конце концов, одного лишь дирижера. Проводив последнего оркестранта, Рихард Штраус повернулся к публике и поклонился, давая понять, что концерт окончен. В это время к нему подошел полковник. «Вот видите, — сказал он, — весь ваш оркестр прохватило. Я вас предупреждал, что карлсбадские соли очень сильно действуют». Однажды Герберт фон Караян дирижировал Вагнера.
Композитор Прокофьев репетировал с оркестром Кировского театра свой балет «Ромео и Джульетта». Еще раз с этого места обратился он к скрипачам. Пожалуйста. Стоп! Это нужно играть полегче. Пожалуйста, еще раз. И... Не то. Элегантней. Элегантнее, по возможности. Пожалуйста, еще раз. И. Стоп, стоп, не то, все не то. Послушайте, маэстро, объясните конкретно, что вы от нас хотите? Мы вас не понимаем. Да вы прочтите название номера. Джульетта девочка. На сцене в это время Джульетта девочка. А вы ее вот таким смычком. Еще раз, пожалуйста. И! «24 марта 1782 года в одной из деревень Оранинбаумского уезда под Санкт-Петербургом родился Орест Кипренский, русский художник, график, живописец, мастер портрета. Орест Кипренский был незаконным сыном богатого помещика Дьяконова и крепостной крестьянки, поэтому по статусу он тоже был крепостным. Однако, вероятно, он был все же дитя любви, а не помещичьего баловства. Поэтому Дьяконов относился к нему с любовью как к сыну, и его заботило будущее – мальчика. Он отдал его в семью обедневшего немца, немецкого дворянина Адама Швальбе, который от него зависел, и записал его его сыном. Обнаружив у мальчика способности к рисованию, Дьяконов отдал его в воспитательное училище при Императорской академии художеств. И мальчик сразу начал выказывать успехи в живописи. Он попал в класс известных художников Угрюмова и Левицкого. Прошел все стадии обучения в училище и закончил Академию художеств в 1804 году с золотой медалью. Был оставлен пансионером в Академии художеств, то есть на государственной стипендии, что позволило ему не думать о хлебе насущном. Кипренский начинает писать портреты маслом на заказ. Они пользуются спросом, и у него есть заказы. Однако в России немало портретистов, а Кипренский хочет быть первым. Он амбициозный молодой человек. Поэтому он меняет технику и переходит на портреты на бумаге итальянским карандашом. Он достигает в этой технике удивительного мастерства. От заказов нет отбоя. Мало того, что они делаются быстро, эти портреты. Они еще очень похожи и полны изящества. Я думаю, что до изобретения фотографий они вполне заменяли фотографические снимки и были также популярны и востребованы. Кипренского отличает еще одно свойство. Его портреты, написанные ли они маслом или карандашом, обладают одним свойством. Мало того, что они похожи на портретируемого, они содержат сиюминутное настроение, которое вот-вот выльется в слово или в движение. Таким качеством владеют очень немногие художники во всей истории мировой живописи. Оказавшись в Неаполе, Кипренский первым делом устраивает выставку своих картин, среди которых помещает и портрет своего названного отца Адама Швальбе. Этот портрет приводит в необычайное волнение итальянских художников и ценителей живописи. Они не могут поверить, что молодой русский мог написать его. Конечно, портрет принадлежит кисти старинного европейского мастера, который этот русский проходимец украл из Эрмитажа и привез сюда, выдавая за свой. Скандал с русским проходимцем набирал обороты. Его вызвал к себе ректор Неаполитанской академии художеств и с порога заявил, что тот совершил подлог. И, по мнению самых лучших ценителей живописи, его картины принадлежат перу Рембрандта, Рубенса или Ван Дейка. В ответ на это Кипренский расхохотался ректору в лицо, а потом, став популярным среди итальянских живописцев, не упускал возможности упрекнуть их в тщеславии и некомпетентности. Кипренский живет в Риме, много работает, пишет портреты, пейзажи, картины на мифологические сюжеты. Его моделью становится красавица Фалькуччи, которая сыграла самую роковую роль в жизни художника.
С этой Фалькуччи он был близок. Она проживала у него в доме вместе со своей малолетней дочерью Мариуччи. В одно утро Фалькуччи была найдена мертвой. Она умерла от ожогов. Ее тело было покрыто холстом, облитым скипидаром и подожженным. Кипренский предположил, что с ней из ревности расправился его дерзкий молодой слуга-итальянец. Он так и заявил об этом полиции. Но этот слуга-итальянец через несколько дней умер от отравления в больнице, и нерасторопная полиция не успела его допросить. По Риму поползли слухи, что Кипренский сам убил красавицу Фалькуччи. Рим отвернулся от него, а соседи стали угрожать расправой. Поэтому Кипренский вынужден был покинуть вечный город и уехать в Париж. Но перед отъездом он отдал малолетнюю Мариуччи в сиротский приют, заплатил деньги за ее обучение и поручил ее заботам итальянского кардинала. В Париже Кипренский пишет портрет русской аристократки Авдулиной, которым гордится не меньше, чем портретом своего названного отца Адама Швальбы. Портрет действительно прекрасен. Все в нем совершенно. И одухотворенное лицо женщины, и тщательно прописанные детали одежды, и изысканно подобранные цвета, где соревнуются градации серого и желтого, и цветы левкои в стакане на окне, грустно склонившие свои головки. Прекрасная живопись и высочайшее мастерство и вкус. В 1824 году Кипренский возвращается в Санкт-Петербург. И здесь начинается новая волна его творчества. Первым он пишет портрет графа Шереметьева, поразительно передающий характер этого человека и его высокий статус. После портрета Шереметьева Кипренскому возвращается его былая популярность, утерянная в связи с его долгим отсутствием. Он начинает писать портреты петербуржцев. Пишет их достаточно много. Среди них самый знаменитый портрет Пушкина, который считается самым похожим на поэта в минуты вдохновения. «Себя как в зеркале я вижу, но это зеркало мне льстит», писал сам поэт об этом портрете, и я ему верю. И все же, несмотря на востребованность, Петербург угнетает Кипренского своей имперской холодностью. Его влечет к себе Рим. И он возвращается в вечный город, где его ждет повзрослевшая Мариуччи. Она стала красавицей. Кипренский влюбляется в девушку, мало того влюбляется, он женится на ней. Он страстно влюблен в нее и готов исполнять любые прихоти молодой женщины. Много тратит денег. Не отказывается ни от каких заказов. Вынужден соглашаться даже на копирование произведений итальянских мастеров Возрождения по заказу богатых иностранных туристов. Он начинает пить, много пить в это время. Лучшими работами этого периода являются портреты Федора Голицына, итальянских мальчишек-рыбаков и вдохновенный портрет знаменитого датского скульптора Бертеля Тормальсена. В 1836 году Кипренский простудился и в несколько дней сгорел от лихорадки. Торвальдсен, который пришел навестить больного художника, застал его уже мертвым. Он опустился на колени и поцеловал руку покойного мастера. Кипренский был первым художником, который вывел русскую живопись на европейскую арену. 22 марта 1905 года в Киеве родился Григорий Козинцев, советский режиссер кино и театра, сценарист, педагог, кстати, учитель моего учителя Эльдара Рязанова. Отец Григория Козинцева был окружным санитарным врачом в Киеве. В 14-летнем возрасте Григорий поступает в частную школу живописи в Киеве. Увлекшись театром, помогает оформлять театральные спектакли и знакомится со знаменитым режиссером Коте Марджанишвили, которого чаще называют Марджановым. Попав под влияние этого человека, талантливого, фонтанирующего идеями, через полтора года Козинцев уезжает вслед за ним в Петроград. В Петрограде Марджанов возглавляет театр комической оперы и ставит на площадях города массовые масштабные представления. Эти акции были инициированы лидерами Октябрьского переворота и должны были служить средством агитации и пропаганды революционных идей среди населения. Они проходили во всех городах Новой России. В Петрограде в них участвовали сотни, даже тысячи солдат, матросов и массовки. И Маржанову требовались энергичные помощники для организации этого зрелища. Поэтому он сразу же принимает на работу 16-летнего Козинцева в свой театр комической оперы в качестве режиссера театральной студии. Потом на эту же должность он принимает и 20-летнего Леню Трауберга, приехавшего из Одессы. Эти молодые люди становятся помощниками Маржанова в постановке массовых зрелищ и комических опер, набираясь опыта, быстро набираясь.
Настолько быстро, что уже через 2 года эти 2 юноша, ставшие неразлучными друзьями, решают создать собственную школу актерского искусства под названием «ФЭКС» – «Фабрика эксцентрического актера». Почему эксцентрического? Да потому что эксцентрика гораздо больше с их точки зрения соответствует новому революционному искусству, чем дореволюционное театральное дело. Но также считают и маститые мастера театра, такие как Владимир Маяковский и Всеволод Мейерхольд. Козинцев и Трауберг объявили набор в свою школу «ФЭКС». И к ним пришли учиться их сверстники и даже люди старше их по возрасту. Среди них такие будущие известные актеры, как Янина Жеймо, Елена Кузьмина, Сергей Мартинсон, Сергей Герасимов, Олег Жаков. Вопрос, чему могли научить эти 2 молодые самонадеянные юнца будущих актеров? Дело в том, что фабрика эксцентрического актера не была школой обучения актеров в принятом смысле этого слова. В ней и преподаватели, и студенты вместе обучались танцам, акробатике и всем другим формам сценического движения. И тут же демонстрировали их на публике, потому что Козинцев и Трауберг с первого же года существования ФЭКСа стали ставить спектакли. Озорные, хулиганские. По форме и содержанию это были, конечно, чистые капустники. Я сам в 18 лет, будучи первокурсником, был приглашен третьекурсником Исаем Котлером для участия в первом институтском послевоенном капустнике. Нас было 4. Душа и организатор этого дела Исай Котлер, Сандро Товстоногов, сын Георгия Александровича, актер-кукольник Володя Маслов, очень смешной, и я, пианист и композитор этого зрелища. Помню, как ночью мы остались на малой институтской сцене и придумывали этот капустник. Мы придумывали всякие гэги, кунштюки, словечки, шутки, все, что приходило в голову. И время от времени Исай Котлер взрывался смехом, падал на спину, на пол прямо, дрыгал ногами, хохотал, вдохновляя нас на новые придумки. Первое представление имело бешеный успех в институте. Потом мы объехали с этим капустником весь город. Не было ни одной площадки, куда бы нас не пригласили. Потом ездили с ним в Москву. Впоследствии Исай Котлер возглавил Одесский театр, он организовал его, театр «Миниатюр» с Карцевым и Ильченко. И ставил там тексты Михаила Жванецкого. Этот театр был необычайно популярен в Советском Союзе. Я вспомнил об этом потому, что думаю, что спектакли ФЭКСа представляли собой нечто подобное и пользовались большим успехом у зрителей. А еще через 2 года неуемные молодые творцы Козинцев и Трауберг направили свои стопы в область кинематографа. И в 24-м году сняли свой первый немой фильм «Похождение Октябрины». Фильм не сохранился. Зато сохранился 2-й фильм «Чертово колесо». Его нам показывали на высших режиссерских курсах в плане истории советского кино. Но фильм сегодня не представляет интереса. Зато интерес представляет собой одна из последующих картин, которая называлась «СВД». Фильм рассказывает про восстание декабристов Южного общества. Некоторые кадры его обладают такой экспрессией, что им могут позавидовать режиссеры современного кино. Есть несомненные достоинства и у следующего фильма 29-го года «Новый Вавилон», рассказывающего о событиях Парижской коммуны. Эту картину ошельмовали в прессе, ее осуждали на собраниях общественности как нечто позорное. Я очень сочувствую создателям фильма, в котором есть много интересной новизны. Зато 30-е годы стали для Козинцева и Трауберга более чем успешными. Самым знаменитым свершением этого дуэта стала трилогия о Максиме. «Юность Максима», «Возвращение Максима» и «Выборгская сторона». Фильмы, из которых для нынешних поколений осталась известна лишь песенка Максима. Вот она. Максим! Максим!
Кстати, изначально в городском романсе пелось не про шар, а про шарф. Шарфик голубой. Но с подачи актера Бориса Чиркова все стали петь шар. Где-то барышня, что я влюблю? Вот это улица, вот это дом. Вот это барышня, что я влюблю? Конечно, трилогия о Максиме, рассказывающая о том, как парнишка с рабочей окраины стал большим советским начальником, является произведением, соответствующим партийной идеологии. Упрощенным и лживым, как все советское искусство той поры, за исключением того, что хранилось в письменных столах до лучших времен. Но и в этой трилогии есть много эпизодов, не связанных с рассказом о работе партии среди масс, в которых проявилась изобретательность и юмор авторов. Позвольте посмотреть, как судьба решается. Мимо. Менял я женщин, тридриам, как перчатки. Носил всегда ее тридриам, но... И что поколяк давал людям на чай одни тридриам перчатки. И пил три звездочки, трям, трям, коньяк. Трям, тетери, трям, пом, парадрям, пом, пом, пом. Да. Своя проценты сделана. Прошу. Какие держишь? Что это, тебе ружье, что ли, а? Черт. Политики. Значит, если я два положу, 3 рубля мне и старика из-под бильярда. Как же? Ой, дура. Да, 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 да. А если я 8 положу? 8? Ну, ай-яй-яй-яй-яй. Но если 8 положишь, то я под бильярд. Виноват? Во время войны Козинцев и Трауберг, находясь в эвакуации в Казахстане, снимали антифашистские агитки. Снимали их простенько, без затей. И, с моей точки зрения, они были совсем даже не смешными.
но, вероятно, в тех крайне ограниченных условиях большего и не требовалось. И я вполне могу понять сегодня авторов этих агиток. Но вот чего я никак не могу понять, как такие опытные кинематографисты могли сделать свою следующую полнометражную картину «Простые люди», снятую в последний год войны. Это апофеоз глупости и полного пренебрежения к любой правде, и жизненной, и художественной. Но добро бы еще, если бы сценарий был навязан сверху. Это могло бы послужить хоть каким-то оправданием. Нет, Козинцев и Трауберг сами сочинили этот сценарий. Вот что поразительно. В подтверждении своих слов я хочу показать последний эпизод из этого фильма. Чувствуешь, Таня? Хорошо. Мне сейчас очень хорошо. Танечка, почему же, когда я звонил тебе... А? Ты с ума сошла? Я здорова! Позволь, Таня! Я совершенно здорова. И на этот день я хочу быть возле тебя. Такой день. Такой день. Если бы ты только знал, Митя. Самый обычный, простой день, Таня. Лихо еще сидит в нашем доме, надо с ним справиться. Оно уйдет. Оно уйдет. И в наш дом придет счастье. Жар птица. От каждого перышка в доме будет сияние. И каждый получит по кусочку сияния. Каждый рабочий и инженер... Каждый директор. Ну, на меня не хватит сияния. Хватит. Всем хватит. Оно очень большое, это сияние. Понимаешь, Митя, я шла по дорогам. Большим дорогам. Видела людей. Простых, маленьких. И мне было страшно за них. И за себя. У нас было большое горе. Было меньше его. А надо быть больше. И они больше. Они очень большие, маленькие люди. У них большая вера, большая любовь. И будет большое на весь мир. Поразительная пафосная глупость. Это кино скорее напоминает пародию. Даже невзыскательная к логике и художественной правде партийная цензура не выпустила ее на экран. А в сентябре 1946 года в газете «Правда» было напечатано постановление партийного руководства страны, в котором картина «Простые люди» была названа неудачной и ошибочной. И сразу после этого дуэт Козинцев и Трауберг распался. Представляя, сколько взаимных обвинений было наговорено друг другу. Эти два товарищи и коллеги, которых связывала 25-летняя дружба и сотворчество, разбежались навсегда. Вот какова была сила партийного документа и сила человеческой дружбы двух видных деятелей культуры и искусства. После этого и Козинцев, и Трауберг не вызывают у меня уважения.
Тем не менее, о Григории Михайловиче у нас еще есть что сказать. После войны Козинцев снял два фильма из серии сталинской пропаганды о передовых деятелях дореволюционной России – Пирогов и Белинский, о знаменитом хирурге и знаменитом литературном критике. Третьей картиной стал давно задуманный им фильм «Дон Кихот» по роману Сервантеса. Этот фильм получил несколько международных призов, и кинокритики называют его нержавеющей классикой советского кинематографа. Лично я считаю это зрелище крайне статичным и театральным в плохом смысле этого слова. Единственный фильм Козинцева, который я считаю выдающимся, это «Гамлет». Режиссер был влюблен в трагедию Шекспира, ставил ее в театре и всю жизнь мечтал поставить фильм. Должен сказать, что в фильме он нашел новый язык кинорассказа, современный и выразительный. Он снимал свою картину после знаменитого фильма Лоренса Оливье и отдал ему должное в своем черно-белом фильме, процитировав некоторые фрагменты из картины Оливье. Вот как Оливье снимает смерть Гамлета. The rest is silence. А вот как снял ее Григорий Козинцев. Дальнейшее молчание. Я считаю, что фильм Козинцева превосходит все предыдущие версии, в том числе и фильм «Оливье». Потому что, вероятно, в картине у Козинцева снялся гениальный артист Смоктуновский в роли Гамлета. Гамлет, где Полоний? На ужине. На ужине? На каком? На таком, где есть не он, и идет его самого. Сейчас за него уселся Синклид-червей со всей земли. Червь. Что ни говори, единственный столб всякого истинного порядка. Мы откармливаем всякую живность себе в пищу. И откармливаем себя в пищу червя. Возьмете ли толстяка короля или худобу горемыку? Это только два блюда к столу, два кушанья. А суть одна. Увы, увы. Можно вытащить рыбу на червяка, пообедавшего королем. И пообедать рыбой, которая проглотила этого червяка. Что ты хочешь этим сказать? Ничего. Кроме того, что король может совершать круговые объезды по кишкам нищих. Где Полоний? На небе. Пошлите посмотреть. Если послан не вернется, поищите сами. Во всяком случае, если он не сыщется раньше месяца, вы носом почуете его у входа на галерею. Наведайтесь, где сказано. Он вас ждет, не дождется. Кровавая проделка эта, Гамлет, заставит нас для целости твоей без промедления сбыть тебя отсюда. Изволь спешить, корабль у берегов. Подул попутный ветер, и команда готова морем в Англию отплыть. Как в Англию? Да, в Англию. Прекрасно. Ну что ж, в Англию так в Англию. Прощайте, дорогая матушка. Дорогой отец, ты хочешь сказать? Нет, мать.
Отец и мать, муж и жена. Муж и жена, плоть един, значит, все равно. Прощайте, матушка. В Англию. Вот она что. Почему я говорю об актерском решении с Смоктуновским роли Гамлета, а не о режиссерском решении ее Козинцевым? Да потому что знаю, что перед каждой съемкой, к большому неудовольствию Козинцева, Смоктуновский из Эстонии, где снимался фильм, отправлялся в Ленинград, чтобы увидеться с гениальным педагогом-режиссером Розой Абрамовной Сиротой, которая работала в Большом драматическом театре у Товстоногова и была непревзойденным мастером действенного анализа. Ей Смоктуновский доверял целиком и полностью. Вместе с артистом она разрабатывала предстоящий эпизод с точки зрения действенной подкладки, находя оригинальное решение. Потом Смоктуновский увозил это решение с собой в Эстонию и воплощал его перед камерой. Но об этом более подробно я буду говорить в одном из ближайших выпусков в связи с датой рождения Смоктуновского. А к портрету Григория Михайловича Козинцева добавлю, что он выгодно отличался от большинства своих коллег интеллигентностью и образованностью. Мне лично не пришлось с ним работать, но мой коллега и товарищ Аркадий Тигай в качестве ассистента прошел с ним всю картину «Король Лир» и всегда отзывался о нем с большим почтением. Я думаю, что Козинцев был от природы богато одаренным человеком, но его нагнула советская власть и сталинский режим. В такой позе оказались почти все деятели культуры страны Советов. С иными просто расправились. Козинцеву позволил распрямиться Уильям Шекспир, и благодаря ему он занял почетное место в истории кинематографа. В 1997 году Эльдар Рязанов попросил меня снять комедийный фильм к своему 70-летнему юбилею для телевидения. Я согласился и с воодушевлением взялся за эту работу, пригласив к ней своего коллегу Аркадия Тигая. Вместе с ним мы придумали смешную историю про то, как Рязанов превратился в подобие своего персонажа из «Карнавальной ночи» Огурцова и решил сам проинспектировать подготовку к собственному юбилею. В юбилейном концерте намечалась лекция знаменитого киноведа о том, как Рязанов в юные годы учился у Григория Михайловича Козинцева. Знаменитый киновед по нашему замыслу должен был напоминать Виталия Вульфа. И на его роль мы пригласили Ефима Шифрина. Предлагаю этот сюжет вашему вниманию. Так, разрешите. Разрешите, а что? Ой, а что, собственно говоря, здесь-то вот происходит? Снимается такое? Программа «Неизвестный Рязанов». Неизвестный? Тихо! Кому это неизвестный? Не там. Тишина, появление! Продолжаем. Когда меня просят порассуждать о роли Фортуны в жизни любого художника, я мысленно возвращаюсь к себе. Точнее, к своему участию в жизни одного очень крупного кинематографиста и человека. Нам известна только одна сторона кинематографического дара Эльдара Александровича Рязанова. Его талант комедиографа. Но мало кто знает, что изначально душа его стремилась к триллеру и мелодраме. К сожалению, эти его устремления не нашли поддержки у педагогов тогдашнего института кинематографии. Помню, в коридоре в ГИКа меня остановил замечательный режиссер и педагог Григорий Михайлович Козинцев, который часто спрашивал моих советов. Он сказал мне: «Вы умный, как вам кажется, человек, и опять нуждаюсь в вашем совете». Я ответил ему: «Ну что вы, Гришенька, я буду рад помочь вам». Тогда он положил руку мне на плечо и очень взволнованно продолжал: «У меня есть мальчик на третьем курсе. Он очень способный мальчик, но беда в том, что его влекут всякие ужасы. Он все время предлагает какие-то жуткие истории для учебных работ. Наверное, он слишком молод. Придется с ним расстаться. Но ведь когда вы его принимали, — возразил я, — он был еще на 2 года моложе». Мой довод произвел впечатление на Григория Михайловича. Он сказал: «Пожалуй, вы правы, мой друг. Хрен с ним. Пускай продолжает учиться». Не, ну это неслыханно. Это же я говорил с Козинцевым. Это мне он сказал? Мне он сказал: «Ваш черт с вами, учитесь». Да я это описал в своей книге. Тихо! Что этот тип этот самый говорит? Бегай возьми здесь, он Козинцев, как всегда, послушался меня и оставил
Рязанов на курсе. Слово сказать, у молодого Эльдара уже тогда было очень выражено мужское начало. Но поиск молодого режиссера в жанре триллера, увы, был положен конец. И мы бы никогда ничего не узнали о тех поисках, если бы сегодняшние ученики Рязанова не обнаружили совершенно случайно тот первый студенческий опыт своего дорогого учителя. И теперь мы можем без предвзятости оценить умение Рязанова щекотать нервы зрителям. Давайте посмотрим. Весь товар на витрине. Смотрите сами. У моего сына сегодня экзамен. Такой важный день. Он будущий артист балета. Ах, артист! В таком случае ему действительно нужны хорошие ботинки. Трофейные. Тебя подвезти? Нет, я хочу прогуляться пешком.
сожалению, простите, поиски молодого Рязанова были прерваны в самом начале. И мы навсегда потеряли художника, чье трагическое, я бы даже сказал, инфернальное осмысление жизни было поистине уникальным. Если бы эти устремления не были подавлены так безжалостно и жестоко в самом начале, то мы бы, вероятно, стали зрителями таких замечательных лент, как «Карнавал вампиров», «Людоед ниоткуда», «Бегера с гитарой», простите, «Берегись автомобиля», «Старики-маньяки», «Гримаса судьбы» или «Тяжелый пар», «Зловещие мелодии для флейты», «Преисподняя обетованная», «Гроб для двоих», «Приключения извращенцев России». Я не сомневаюсь, что сегодня Рязанов наряду с Хичкоком и Романом Полански считался бы одним из основателей того жанра в кинематографе, который мы так справедливо называем триллером. Ах, триллером! Ну я сейчас тебе покажу триллер вообще. Держись у меня. Так. Ну-с, дорогие мои ученички, сознавайтесь, кто из вас учинил эту пакость? Кто снял эту мерзость под названием «Кровь на рельсах»? И где вы выкопали этот мерзкий сценарий, который я сочинил в грудном возрасте? Вы его сами опубликовали, Эльдар Александрович? В вашей книге неподведенные итоги. Не надо было публиковать? А так это ты взял, Исаак Шаевич Фридберг? Я бы с удовольствием взял вашу фамилию, имя и отчество. А сценарий мне зачем? Свои некуда девать. Понятно. Ты графоман, я знаю. Может, я и графоман, но стихов не пишу. А стихов не пишешь, потому что не умеешь. Все, кто умеет, все пишут. Да, и кто не умеет, тоже. Так значит, это ты, таганский выкормыш Иван Даховичный, это ты снял эту мерзопакостную ленту? Да не читал я ваши книги. Я вообще проездом из Венеции в Сан-Себастьян. Эльдар Александрович, он последние 5 лет читает сценарии только на нерусском языке. Так это значит, ты цимбал снял. Я, Эльдар Александрович, я бы рад, счастлив, но разучился. Уж 7 лет как кино не снимаю. И правильно делаешь. А тогда кто же? Кто же это? То есть не мы, значит, Мамин. Фонтан. Ах, Мамин. Мамин! Сейчас мы этот фонтан заткнем. Мамин! Мамин! Звали, маэстро? Да, Юрочка, звал. К вашим услугам. Рад тебя видеть. Скажи, пожалуйста, не ты ли сделал эту очаровательную ленту «Кровь на рельсах»? Заметно, да? Заметно. Ты знаешь, просто талант брыжет из каждого кадра. Спасибо. Вы знаете, я раскопал еще один ваш сценарий. Называется «Кровь на песке». Я намерен его поставить. Откопал? Да. Боюсь, не успеешь. Почему? Что вы? А потому... На этом мы заканчиваем 19-й выпуск Дома культуры и приглашаем вас на 20-й.